23 октября в городе Днепропетровске церковь «Дверь в небо» отпраздновала свое совершеннолетие. «И создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». С таким девизом 16 лет, являя Богу и друг другу пример верности, партнерства, любви и взаимопонимания, церковь «Дверь в небо» собрала около 1000 прихожан для празднования своего дня рождения. На протяжении этих лет прихожане получали всегда свежий, здоровый и всегда актуальный хлеб для своих душ. В этот день церковь провела 3 праздничных служения, которые были насыщены и одновременно разнообразны. Празднично украшенный зал, наполненный атмосферой радости встречи, праздничное прославление музыкальных коллективов, и весь зал пели так, что казалось, небеса опустились на землю и слились с нами в единый хор. Старшие пасторы церкви «Дверь в небо» Юрий и Ирина Коноваловы открыли праздничное служение. Прихожане услышали много приятных и назидательных слов. Гостями этого вечера была команда посвященных служителей дочерних филиалов церкви: Мищенко Олег и Любовь, Тумко Алексей и Ольга, Мисюра Мирослав и Алена, Крылов Дмитрий и Елена, Ярмохин Андрей и Татьяна, Веклич Александр и Ольга, и пастор молодежного служения Богдан и Ольга Коноваловы. Все они были особенно воодушевлены тем, что принадлежат к такой большой и дружной христианской семье. Следующий год для церкви является годом роста и развития. Каждый пастор филиала раскрыл понятие, чем важен последующий год.
Что вы ожидаете от празднования дня рождения церкви? Мы ожидаем в первую очередь Слова Божьего, откровения нового, потому что всегда здесь живое Божье Слово. Подскажите, а почему вы именно в эту церковь ходите? Это наш дом. Добавим также, что на каждом служении была молитва покаяния за людей, пожелавших принять Иисуса в свое сердце. День рождения также не смог окончиться на официальной ноте. Весьма интересной оказалась поздравительная часть служения. Пришли поздравить множество служений церкви «Дверь в небо». Театральное, кукольное, молодежное служение, библейская школа, реабилитационный центр и, конечно же, детское служение. Церковь «Дверь в небо» с хорошими результатами переступила порог своего 16-летия. Пусть и в последующие годы церковь растет и расцветает, как невеста, которая готовится к встрече с женихом. Пусть открываются дочерние церкви, пусть миссионеры открывают новые места для проповеди Евангелия, пусть еще больше людей находят Иисуса под сводами нашей церкви. С днем рождения, дорогая церковь! Специально для христианских новостей Анна Блоха, Дмитрий Чистяк, Днепропетровск, Украина.